Первая часть истории того, как мы строили нашу телегу. Сейчас вы смотрите то, как она примерно изначально должна была выглядеть. Мы планировали на ней возить фигуры для трюков. Но по итогу получился автозвук. Заказали компонентов больше, чем на 50 тысяч. Затем мы поехали за фанерой, чтобы было куда это все дело поставить. Все быстренько выпилили и поехали мерить уже на самой телеге. Примерно прикинули, как это будет выглядеть, и начали вырезать. Конечно же, это все дело надо покрасить. Иначе просто дерево — это не круто. На ночь мы оставляли это все дело сохнуть в гараже. Как оказалось, дерево очень легко красится. Металл покрасить в разы сложнее. Теперь же можно накидывать динамики и смотреть, как оно будет выглядеть. Как оказалось, оно практически одинакового цвета. Затем нам нужна, так сказать, панель управления, куда мы ставим магнитолу, зарядку, ну, в общем, панель управления. Все поставили, но еще ничего не подключили, поэтому подготавливаем провода, заряжаем туда подсветочку, все подключаем, и вот у нас вот такой вот проект, на который мы потратили больше, чем 2 недели. Ссылка на полное видео будет в похожих видео, либо в комментариях.